Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами разберем, как выполнить упражнение под номером 77. Нужно определиться, как писать в глаголах «ся» с мягким знаком или без. Затем нужно найти слова с безударной гласной в корне. Давайте с вами посмотрим, что должно получиться. Не надо, что делать? Мягкий знак есть? Хвалиться. Коли не знаешь, как хлеб, что делает? Мягкого знака нет. Родиться. Нечего, что делать? Торопиться. Не каша, что делает? Вариться. Нужно, что сделать? Наклониться. Чтобы из ручья воды, что сделать? Напиться. Ходит журавль по болоту, что делает? Нанимается на работу. Тот труда, что делает, не боится. Кто умеет, что делать? Трудиться. К грамоте что делать? Учиться. Вперед что сделает? Пригодится. За все что делает? Берется. Да не все что делает? Удается. Теперь назовем слова с безударной гласной в корне. Хвалиться. Хвалит. Родиться. Род. Торопиться. Торопится. Наклониться. Наклон. Воды. Воду, по болоту, непроверяемое гласное, на работу, раб, не боится, не бойся, вперед, перед, пригодится, угода, удается, удастся. На этом все. Спасибо за внимание.